Всем привет! Tilly Family – это доступный вариант универсальной коляски. В комплект входит утепленная люлька, прогулочный блок с укрытием для ножек, сумка для родителей, москитная сетка, дождевик и ручной насос. Теперь рассмотрим все в деталях. Начнем обзор с шасси. Это прочная металлическая рама и резиновые колеса. Для того, чтобы их накачать, в комплекте есть насос. Диаметр колес 30 см. На каждом есть амортизатор, который сгладит неровности дорожного покрытия. Задние колеса оснащены спаренным тормозом. Ширина колесной базы 60 см. Теперь люлька. Это металлическое основание, жесткое дно, верх выполнен из плотной ткани. Внутри съемный чехол, выполненный из 100% хлопка, который легко снимается для стирки. Также есть влагостойкий матрасик. Размеры люльки 80 см на 36 см. Для того, чтобы полностью опустить капюшон, расстегиваем молнию. И он хорошо защищает ребенка от непогоды. Люлька может использоваться и в качестве переноски. Для этого по бокам есть спрятанные в карманы ручки. Удобное дополнение – в люльке присутствует кармашек для мелочей. Вес люльки – 2,5 кг. Вес коляски с люлькой – 14,5 кг. Сменим люльку на прогулочный блок. Для этого вам необходимо двумя руками нажать на фиксаторы и снять люльку с шасси. Прогулочный блок устанавливаем в пазы и нажимаем до характерного щелчка. Далее подробно о прогулочном блоке. Начнем с размеров. Общая длина 85 см, ширина 35 см, глубина посадочного места 25 см. Спинка и сиденье жесткие, подножка регулируется в нескольких положениях. Положение спинки регулируется от полностью сидячего до полностью лежачего. В наличии для большего комфорта малыша есть съемный матрасик. Безопасность прогулочного блока обеспечивает защита от сползания, съемный бампер со съемным чехлом, пятиточечный ремень с мягкими накладками на плечи. У прогулочного блока имеется большой капюшон. Расстегиваете дополнительную секцию, и он опускается практически до бампера. У капюшона есть смотровое окошко для наблюдения за малышом. Присутствует карман для мелочей. В прохладную погоду для утепления используйте укрытие для ножек. Для защиты от дождя используйте плотный дождевик. Для защиты от насекомых используйте москитную сетку. Для удобства родителей – ручка, регулируемая по высоте. На ручке съемный чехол из эко-кожи. Сумка, фиксирующаяся на ручке при помощи кнопок. А также вместительная корзина. Складывание осуществляется следующим образом. Сперва необходимо сложить прогулочный блок. Затем снять его с шасси. Затем складываем шасси. Тянем за два рычажка и складываем его вниз. Помимо этого цвета в наличии присутствуют и другие. В заключение хотел бы отметить, что для такой комплектации мы постарались сделать максимально доступную цену. Эту коляску вы можете использовать от рождения ребенка и до 3 лет. И прогуливаться в любую погоду и по любому дорожному покрытию. В этом видео я вам показал коляску Tilly Family. На сегодня все. Смотрите наши обзоры, покупайте нашу продукцию. Желаю вам отличного настроения и приятных прогулок. Всем пока!